Нет, если ты танцуешь только для видеокамеры, то это уже не ответ. Если ты хочешь дома себя снять, как ты выглядишь на месте, то стой танцевать вот так. И довольно близко. Но если мы речь ведем о кафе-формате, то забудьте о нормальной видеосъемке. В принципе, кафе-формат выступления не снимают. Мы просто снимем, чтобы вы посмотрели, как это объемное смотрится с разных сторон. То есть это как будто мы поставили бы на сцене, где по бокам, по кулисам камеры снимали бы оттуда выступление. Но на классической сцене это не имеет значения, не имеет смысла. А здесь нет. Вы посмотрите, что оно раз и повернулось случайно и работало. Поэтому наша цель танцевать объемно, но если вы сейчас будете танцевать, то уходите туда и танцуйте вот сюда, и вас камера снимет дочку. Если хотите сейчас снять, то поставим ее на центр. Мне все равно. Я хочу только для такого формата, чтобы мы вот это создали, поэтому решите, как вам удобно. Вопрос. Те, кто сидят в кругу, подсогачивают или нет? Я считаю, что нет. Почему? Потому что мало ли что у них там и как. Вы можете просто вынесуть, они может не изучать хотели выйти, а все сидят и молодые. Поэтому для меня деление танцор и зритель очень четкое. Зритель не имеет права вмешиваться в выступление. Если мы говорим об АТС зрителе, он как бы другой, он не должен находиться на сцене. Сегодня мы как бы пробуем быть просто зрителем, просто наблюдателем и просто посмотреть, как выглядит АТС. Но это сейчас мы так танцуем, а потом делать нечего ходить. То есть никаких критериев нет, но вмешиваться... Иначе надо всем вмешиваться, да? Это тот странный сидящий, лежащий хор. А если уже одна подсагачивает, то странно, по-моему. Олдскульный хор. То есть, когда выступление, это шоу, вы его смотрите, если вы сидите, если вы участники, то вы в этот момент хозяева делаете, что хотите. Учитесь отдыхать. Да, я хочу, чтобы вы расслабились, отдыхали и смотрели на АТС просто как на танец, как задачу «Удиви меня», потому что это задолбало. Я надеюсь, вчера мы это хорошо обсудили, и вы поняли, что надо себя переучивать. Если вы научитесь быть своему выступлению,